Алтайский край попал в список географии отчаяния. Такая карта накануне появилась в соцсетях. Она основана на данных по числу самоубийств, гибели от алкоголя или наркотиков в российских регионах. Из 79 регионов наш край занял 67 место, то есть мы почти попали в десятку антилидеров. На этой графике обозначены 15 самых отчаянных регионов. Меньше всего от отчаяния гибнут в Астраханской области и в Москве. Особо тревожной в Алтайском крае остается ситуация с детскими самоубийствами. По официальной статистике, в прошлом году 17 детей покончили с собой, и еще 124 ребенка совершили неудачную попытку суицида. При этом каждый день правоохранители получают по 2-3 сигнала о попытках свести счеты с жизнью от несовершеннолетних. Кстати, около 80% молодых людей хотят уехать из Алтайского края. Невеселую статистику озвучили на заседании круглого стола в Общественной палате региона. Накануне там обсуждали проблемы молодежи на Алтае. Существует такое очень устойчивое размежевание, что есть Москва и все остальные регионы. Ну, Москва-Питер, можно так сказать. И все остальные регионы по отношению к ним, они ущербны. В них ничего хорошего нет, перспектив нет. И поэтому в этой ситуации даже те, кто хочет остаться, они именно как бы за справедливость выступают как за выравнивание стартовых возможностей. Вот вам и ответ на вопрос, почему молодые люди стремятся покинуть родной регион. Алтайский край на сегодняшний день занимает последнее место по уровню заработных плат в Сибири. Суицид на первом месте. Мы в красной зоне. Детский суицид. Вот вам реализация молодежи и все темы. Уровень разрыва по зарплатам, он гигантский. Реализовать себя они не могут. То есть разрыв вот этот с помощью интернета, современных технологий, он ускорился. И люди, по сути, остались одни сами с собой, брошенные в сельской местности. В Алтайском крае живет 50%, считай, в сельской местности. У нас все едут в Москву, чтобы развивать свои проекты, потому что именно оттуда все распределение идет. Так построена система центральная. Что касается отчаянных регионов, напомним, мы на 67-м месте из 79. Здесь эксперты видят прямую связь с темпами роста региональной экономики. Также на уровень отчаяния может влиять уровень безработицы, общее состояние рынка труда. Еще один фактор – уныние, жилищные условия населения. Прежде всего, регионам нужно решать эти проблемы. Однако есть и немного другое мнение. Часто причина алкоголизма, суицидов кроется в том, что людям просто некуда сходить. Здесь имеются в виду дома культуры, детские спортивные площадки, а также городская инфраструктура в целом. Монгорода, сельские территории, у которых там практически нет развития. Да? И вот основной упор надо делать на то, чтобы там люди были заняты. И с тем, чтобы у людей там, кроме вот, работа-дом, еще что-то было. То есть условно можно получать, допустим, 17 тысяч, но при этом быть счастливым. Да, можно получать 17 тысяч и быть счастливым. Позитивные стороны в нашей жизни все равно существуют. Ну, первое, мы потихонечку справляемся с общей проблемой, с коронавирусом. Это тоже накладывало определенный отпечаток как внутри семьи, так и вне. А я думаю, здесь нам очень важна самоорганизация, по большому счету. Не искать сегодня крайне плохих, кто-то в этом виноват, а просто совместно решать эту задачу. Возвращаться в кружки, сегодня можно это делать. Выходить на площадки, заниматься спортом, ходить на концерты, то, что сегодня тоже разрешено. Когда «Титаник» тонет, а тут играет все музыка, и все вроде бы хорошо, ну да, вроде бы все хорошо. На самом деле-то мы тонем. А пока мы еще не достигли дна, записываемся на кружки, берем товары по акции и радуемся жизни дальше.